Я всех приветствую, всем хорошего дня, хорошей недели и хорошего месяца. С Божьей помощью наступил месяц Тивет, подошла к концу Ханука. Каждый день мы зажигали на одну свечу больше, дошли до максимального количества, это 8. Мы прибавляли свет каждый день. Но теперь это не повод останавливаться. Нужно продолжать это делать. Добавлять свет своей душе каждодневными уроками. И добавлять свет это в мир, это наши добрые дела. Получается, что время Хануки оно не заканчивается. Это просто явное проявление чудес, и оно нам дает какой-то момент, который мы должны принять и потом нести с собой в жизни, не останавливаясь ни на секунду. И немножко слово, месяца Тивет. Стихия этого месяца это огонь, это уже намек на какое-то очень активное действие, без остановки. И огонь связан у нас с сердцем, с эмоциями. Как и говорится, горит человек, горит каким-то делом. Это значит, вкладывается в процесс вот без остатка, всего себя, с полной верой. Буква этого месяца это Айн, и Айн на это глаз. Если написать Айн и Тивет, то будет, можно прочитать как добрый глаз. Это правильный взгляд на мир, на какие-то процессы, события, на самого себя в этом мире, на свое мышление, свои эмоции. И гематрия буквы Айн это 70, тоже есть связь с нашей главой, потому что в конце главы Яков и еврейский народ в количестве 70 душ спускается в Египет. Качество этого месяца это гнев. Но правильный гнев, как говорится вот даже в Тане, ругай свое злое начало. Когда есть что-то неправильное в человеческой жизни, в каких-то отношениях, и часто человек делает ошибку, он говорит, ну ладно, я буду с этим мириться. Вот нельзя этого допустить. Нужно включить вот этот правильный гнев, который будет смотреть на то, что нужно исправить, и подталкивать тебя к действию. Колено этого места, это колено Дана, тоже связано с качеством суда. Один из самых ярких представителей это Шимшал, судья израильского народа. Его отец был из колена Дана, а мать из колена Игуды тоже очень такая тесная как бы связь, потому что Ягуда открывает нашу главу. И как у Шимшина был, была одна ошибка, когда он неправильно посмотрел, посмотрел на мил, пошел за своими глазами. Вот произошла как бы ошибка. Тоже есть связь вот с этим месяцем. Ну, давайте опускаться уже в главу, либо наоборот, подниматься в главу и раскрывать те уроки, которые несет нам эта глава. И подступил Ягуда к Йосифу. Вот слово Вайгаш поступил. Наши мудрецы комментируют так, что Ягуда подошел вот, всеми силами защитить своего брата Бенемина. Либо договориться, либо отвоевать его. И если надо, то ценой своей жизни. Как он говорит: забери, пожалуйста, меня, я готов стать рабом, но освободи Бенемина. В своей речи он говорит, что Яков не выдержит этого, их отец, что это младший его сын, что одного нету. И как теперь я пообещал, и Яков будет очень страдать, и из-за этого он умрет. Тогда Иосиф не выдерживает, открывается им. И в своих словах он говорит, как, расскажите, как там отец Яков? Казалось бы, зачем это задавать, если перед этим уже было сказано, объяснено, что Яков все нормально, живет в своей земле, в земле Израиля, что он отпустил Беньомина, что Игуда как бы поручился. И теперь Иосиф опять задает эти слова. Когда он открывается им, братья делают шаг назад, они не могут говорить, они осознают всю эту ситуацию. Это такая кульминация, которую готовил Иосиф и которой он достиг. Исправление братьев. Иосиф почему ему открылся? Потому что он видел, что теперь есть это единство. Теперь братья готовы отдать жизнь за Беньомина. И вот эти слова, которые задает им Иосиф, это как такое своего рода укор, как бы последняя точка. Он спрашивает, как там отец? Ты только что брал и распинался за якова за беньомина что если мы его не приведем то отец умрет он будет страдать для нас это очень важно а почему же вы не думали тогда когда меня продавали как бы в рабство и после этих слов они делают шаг назад они не могут говорить они осознают всю эту ситуацию в которой они оказались и только потом когда пришло осознание что вот созрело. И они, братья, они исправились, они готовы отдать жизни друг за друга. И в тот же момент Иосиф исправляется, он тоже меняется. Ну, можно было бы подумать, что Иосифу кто был интересен? Ну, конечно же, Бедьомин, как его брат, прямой как бы родственник, брат от одной матери. Он был готов оставить возле себя Бедьомина и как бы отпустить братьев своей дорогой. Ну, к примеру, если бы братья тогда согласились, и сказали, да, хорошо, даже Игуда, вот предположим, он бы согласился и сказал, да, хорошо, вот я остаюсь, и отдай только Бениамина. И все братья начали кивать как бы головами и согласились бы с этим. Было бы исправление. Нет, конечно. А так они все готовы воевать за каждого, даже за Игуду. А тем более за Беньомина. И теперь если в этот момент открывается, но ставит вот эту точку, с точку укора. Что же вы не думали тогда, когда меня продавали? Почему тогда вы отце, об отце не думали? Ну, другими словами, достигается вот это исправление, вот это понимание этой ситуации. Знаете, как говорит Талмуд, что находка и приход Машиаха, это будет внезапными вещами. Даже если ты знаешь, что ты ищешь, ты знаешь, вот оно где-то тут лежит, 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 но потом ты находишь эту вещь и говоришь, о, класс нашел. Это все равно какая-то внезапность. Вот осознание какого-то важного момента, а это, ну, слушайте, кардинально важный момент, это единство братьев и Иосифа, открытие, вскрытие этой ситуации. Это то, что потом говорит Йосиф, что не думайте, что это просто все так. Это Бог меня послал, как бы все нормально, не надо думать о прошлом. Все соединяется в один единый сюжет. Так вот вот это понимание, оно всегда приходит внезапно. Даже к нам с вами, когда мы учимся там, подходим к какому-то закону ну, либо к какому-то какому исполнению какой-то заповеди, ты понимаешь, что вот так должно быть, что все, что ты делал до этого это был просто какой-то плацдарм. это будет всегда внезапно как, какое-то озарение, особенно когда это касается каких-то таких фундаментальных э, истин, фундаментальных каких-то точек понимания. И вот сейчас это происходит. эта ситуация как бы открывается. И если мы посмотрим на этот момент, когда стоит Игуда перед Иосифом, как говорит Штензальц, это стоят два царя, друг напротив друга. Ну, кто такой Игуда в данный момент? Какой-то пастух из Лубинки, как он одет, как он выглядит. И перед ним во всем своем величии, облачении царском сидит Иосиф, второй человек после фараона. Ну, мы то с вами знаем, что он является первым, он руководит тем, что происходит сейчас в Египте. И вот это противостояние вроде бы их через секунду рождает вот такое глобальное объединение. Полностью изменяет состояние еврейского народа в тот момент. Ну и состояние мира, потому что последствия мы видим даже это сейчас. И все эти силы, вот сила Иосифа и сила Игуды, они постоянно сталкиваются, иногда в противостоянии. Но в любом случае, их соединение дает вот такое очень важное ехуд, объединение, которое открывает какие-то новые границы, новые грани в служении Всевышнему, в реализации воли Творца. Если мы посмотрим в Торе, достаточно вспомнить Егошуа и Хура, когда Егошу ведет войну да, на, прямо на поле битвы. Это потомок Иосифа, а Хур, он поддерживает руки Маше, когда Маше молится, он потомок Ягуды. Потом разведчики, Калев и Егоша, то же самое. Если посмотрим еще дальше, то, к примеру, царь Шауль, он, пускай он не из колена Иосифа, но он имеет связь с Иосифом, он потомок Рахель. И царь Давид, потомок Егуды. И говорят, что и Мошех будет один Бен Иосиф, а потом Бен Давид. Как говорит мой учитель, мы не знаем для чего, как оно будет все происходить, но тем не менее есть такая информация. Это как будто всегда две силы, которые идут как-то рядом, которые соединяются и затаивают друг друга. Что же это за силы? В данный момент вот... Иосиф, он символизирует собой совершенного праведника. Я говорил в своих уроках, в прошлых уроках, что он садик Это самый высокий уровень праведника. Это такая великая душа, которую Всевышний спустил э, с неба, с небес, сюда для реализации в этот мир. Кто же, такая, кто же тогда такой Ягуда по отношению а Ягуда как раз раскаявшийся грешник. Посмотрите, с кем он сравнивается Ягуда. Ягуда сравнивается с действием в этом мире. И действительно, самое лучшее доказательство – это царь Давид, который занимался как раз максимальным исправлением физического мира. Он не останавливался только молитвами и какими-то там промежуточными шагами. Он говорил, как «я догоню, я разобью своего врага своей как бы рукой». Он углублялся в самую сердцевину этого материального мира. И казалось бы, можно было сказать, что тот, кто не делал таких вещей, там, как Хискиягу, царь говорит: Я буду, я только помолюсь Всевышний, я вот все, что я мог сделал, я сделал праведным народ, да, а дальше, как бы, твоя очередь, я пошел спать. Казалось бы, это выше, но как раз вот царь Давид выше, потому что он имеет силу и разрешение от Всевышнего углубиться в этот материальный мир и сделать те действия до конца, до реализации. С другой стороны, ведь наш физический мир, и это и есть конечная точка, желание Творца обрести квартиру в нижних мирах, жилище в нижних мирах. Это значит соблюдение материальных заповедей, та вещь, которая связывает человека напрямую со Всевышним. Теперь у нас есть две силы, это сила Иосифа, сила небес, направление сверху и сила Ягуда, это направление снизу из материального мира. И Один Зальц, он говорит, что Иосиф это своеобразное совершенство. Иосиф всегда прав. Все, что задумал Иосиф, обязательно сбывается до самого такого микромомента сбывается. И он приводит такое интересное сравнение в Талмуде, в трактате Бойца, что там описывается, что кровать можно подпереть яйцом. Вот обычным куриным яйцом. И вот, казалось бы, что какое же есть в этом сравнение? А сравнение такое, что само яйцо, оно имеет очень идеальную конструкцию и природу. Оно поистине очень крепкое. Возьмите, сделайте опыт. Я делал. Берите вот так яйцо, зажмитесь в кулаке, не пальцами, не какой-то точкой, а вот так кулаком. И попытайтесь раздавить. Это практически невозможно сделать, если вы не начнете как-то играть как бы, э, какими-то точками давления. А вот так вот сразу взять, вот так, чтобы было два конца, и вот так попытаться его раздавить. Реально не получается. Это очень сложно. Но с другой стороны, берешь какой-то, с какой-то стороны стукни его легенько, и оно как бы разбивается, либо урони его на пол. И вот это сравнение как раз подходит как бы Иосифу. Иосиф цадик Ильон. Иосиф не имеет никаких изъянов. Но посмотрите, кто остается в мире. Кому передаются образы правления? И вот здесь как раз момент передачи вот этого управления. До этого момента это был Иосиф, который своей глобальной силой, силой сверху менял мир, делал его готовым для реализации плана Всевышнего. Это взрастить еврейский народ, потом дарование Торы, потом чтобы эта Тора передавалась народам мира и произошло изменение этого мира, то, что мы с вами делаем. И сейчас эту эстафету принимает Ягуда. Это раскаявшийся грешник. Тот, который, как говорится, праведник. Кто такой праведник? Который семь раз упадет, но восемь раз встанет. Посмотрите, как Ягуда действует. Он очень часто на грани. Момент стамар. Это такая, ну, такая очень тонкая грань. Да, он потом выступает ну, во всем своем свете, в своем признании. Он как раз в материальном мире делает то, что не может сделать Иосиф. Посмотрите, даже если вернемся еще раньше, кто спас Иосифа? Конечно, его спас Игуда. Ревен хотел, да, но потом возник опять спор убить его и сказано, что Игуда сказал, не будем брать э, на себя эту кровь. И поэтому здесь переходит вот эта передача от идеального состояния, которым является Иосиф, к состоянию, которым является Игуда. Это работа в нашем мире. Не всегда все будет гладко. Но тем не менее, как раз Ягуда остается в вечности. Ягуда получает, когда ему дают благословение, скипетр, который не отойдет от него во веки веков. И это намек для нас с вами, что мы эти силы должны как-то объединять в наших действиях, в наших размышлениях силу Иосифа, которая как бы сверху тянется, что нет в этом мире никого, кроме Бога одного. И в тот же самый момент, что ты есть, ты есть в этом мире, и на тебя положена какая-то миссия, и ты должен ее выполнить как раз, вот механически, в действии. И не всегда это будет получаться, будут какие-то как бы проблемы, осознания, что я был неправ, дело не так. Вот момент Шувы, это как раз вот Ягуда. Он нам показывает эту силу. И честно говоря, ну, Казалось бы, что Иосиф гораздо выше. Но как мы видим, что как раз Ягуда это цель Всевышнего. Это самый, самое последнее, это символ вот этого мира, Малхут, этого царства, это Ягуда. И только объединение этих сил дает нам какое-то правильное действие. Расовый шов есть такое понятие. Расо это стремление как бы этого мира нету улететь вверх. С другой стороны, если посмотреть, то это чистое влияние сверху, как будто ты признаешь, что все от Бога, это Бог и все. С другой стороны, это наша работа в этом мире шов, как будто возврат. Я остаюсь здесь и буду делать то, что хочет от меня Всевышний, выполнять заповедь. Делать эту работу, даже мне когда-то там не хочется, что-то непонятно, но я говорю, что есть заповеди, все. Это воля Всевышнего. 613 это еврейских заповедей и 7 заповедей для народа мира. И вот как раз соединение дает правильный результат. Есть такой диалог в Талмуде между мэром и Элишей, Элишей Бенабуя. И он задает ему вопрос, мэру, как растолковать слова, неравноценные ему ни золото, ни стекло. И он отвечает, что это слова Торы, что их очень тяжело как-то побрать, получить, осознать, как будто вот найти, достать золото. Они очень дорого стоят, очень огромного труда. Но зато их потерять очень легко, как стекло. Буквально раз и оно разбилось. Но, как говорят мудрецы, что как раз здесь вот показатель того, что происходит в нашем мире. Золото и стекло можно переплавить. Это те моменты, которые плавятся и потом опять сливаются воедино. Понятно, это не обойтись без той великой силы, которая является Иосиф. Но Иосиф символ совершенства, как говоришь Штензаль, связывать его с алмазом, к примеру, с, когда ты его разобьешь, этот алмаз на куски, все, ты его никак не соединишь, как бы ты ни старался. До этого он был ну просто прекрасен. Но когда произошло это разбитие, то ты не соберешь это э, в единую силу. И как раз. Вот это показатель того, что происходит в нашем мире. В физическом мире возможность шувы, возможность изменения, она является самой главной. Когда человек может взять все, что он делает неправильно, все свое поведение, поступки, веру, отношения в семье, вот все, что, все, что хотите, взять это, переплавить и изменить, и сделать его правильным, угодным Всевышнему. Это большая сила, это как раз сила Игуды. Люди, которые идеализируют этот мир, даже если вот в правильном как бы ракусе в ракусе Торы, вот они подобны, как говорится, они подобны, подобны Йосифу. но они очень часто не выдерживают вот ситуацию в этом мире. Почему? Потому что этот мир, он подразумевает, что все-таки будут происходить какие-то ну, неправильные, непонятные вещи. Само существование обратной стороны, ну, в которой ситра ахра, в которой коренится, скажем, возможность этого зла, самого-то зла нету, есть только возможность этого зла. И когда человек вот делает что-то неправильно, он как будто это зло проявляет. Но это не значит, что у него нет выхода, возврата из этой ситуации. Когда человек осознает, что было что-то неправильно, он как будто берет даже свои злые неправильные поступки, переплавляет их. Они потом становятся его достоинствами. Человек в этот момент, он поднимается еще выше. Говорят, что болеет шува, это как раз тот человек, раскаявшийся, сделавший шуву, он может стоять там, где не стоит совершенно праведник. И посмотрите, остается кто? Давид, как я сказал перед этим. Давид во всей истории остается. И даже финальную точку приход Машеха, Бен Давид это будет как раз потомок Ягуды. Иосиф сделал свое дело, да. он, как будто сверхновая звезда, сверкнул, выполнил свою задачу и ушел в сторону, как бы. И все. А как раз проявляется то, чем мы занимаемся здесь, в самом материальном мире. Это, честно говоря, когда человек это понимает, это удивление. Ведь, казалось бы, здесь голова, познание, улетать куда-то, медитация. Нет. Оказывается, вот как раз, когда ты живешь по законам Торы. И когда ты не просто живешь, а увеличиваешься, увеличиваешься, укрепляешься в соблюдениях заповедей. Вот это самое главное. Вот в этом и есть желание Всевышнего. Для того, чтобы осознать раскрыть более эту связь между Йосифом и Ягудой, поговорим о Беньомине. Посмотрите, вся эта ситуация, из-за чего она произошла, вот как Иосиф это все подготовил. Ее ключевой фигурой был как раз Беньямин, его брат. Он хотел увидеть, как братья будут его защищать, да? Где родился Бенемин в земле Израиля? Бенемин тоже как своеобразное совершенство, зеркальное отражение Иосифа в этом мире. Великий праведник Иосиф делает свою работу и уходит на небеса. А что здесь остается? Остается его сила, это Бенемин. Он всегда выступает той фигурой, которая связывает. Посмотрите, он никогда не вступает ни в какие диалоги. Вот мы читаем, везде центральная фигура Беньямин, но никогда он ничего не говорит. Но выступает как раз вот этим клеем. Если посмотреть вот дальнейшую историю, возьмем Шауля и царя Давида. Шауль это колено Беньомина, потомок Рахель. Да? Он вступает в противостояние с Давидом. Но ради чего? Ради того, чтобы произошло потом объединение и еще больше раскрытие. И если вот Шауль, человек, который идеализирует все, он похож на Иосифа чем-то. Он идет на самопожертвование, идет на войну последнюю, зная, что там погибнет. Но он не хочет ничего лишнего. Он хочет только вот так. А Давид берет бразды правления в свои руки и начинает менять ситуацию кардинально, возвеличивая Израиль и поднимая веру на новый уровень. И даже тот момент, когда Давид споткнулся, он происходит, он чем-то похож на Игуду и Тамар, как Давид признает потом это, и это дает ему потом большую силу. Получается, что Иосиф, если посмотреть на вот эти сравнения, это как праведник мы учились с Равином Давидом Альтманом, и вот он мне это рассказал, это очень-то хорошо ложится в эту ситуацию. Смотрите, Иосиф – это символ праведника. Он включает в себя два уровня праведника, которому хорошо, и праведник, у которого есть зло. Да? Получается, кто такой Егуда Егуда это болеть шува, это раскаявшийся. Возможность быть грешником, потом изменить себя, дает великую силу. И как раз Беньомин – это символ вот среднего человека, который может полностью справляться с тем чем-то неправильным, которое есть э, в твоей душе. И вот сила Беньомина, она вот идет постоянно в этом мире, показывая нам, как мы должны соединить вот наше желание там, полностью приблизиться к Творцу, и в тот же момент то, что на нас положено, это действие в этом физическом мире. Каждый пришел сделать какое-то действие в этом мире. Даже храм, вот он располагался где? На границе территории Ягуды и Беньемина. Не, тоже не обошлось без той силы, силы совершенного праведника, силы Иосифа, что она должна присутствовать в твоих действиях. Но в любом случае главное действие в нашем физическом мире. Будь ты сто крат умный, знаешь всю Тору наизусть, все знания, все понятия, но ну, если ты ничего не делаешь, если ты не работаешь над собой, это не имеет никакого значения. Это как изучение Торы и выполнение заповедей. Изучение Торы это как сила Иосифа. Выполнение заповедей это как сила Игуды. Но в любом случае именно изучение Торы приводит к исполнению заповедей. Здесь нужно увидеть вот эту глобальную связь. Вот то, что сейчас начинается, это египетская рабство, египетское знание, первое. И оно является вот как раз самым серьезным. Оно есть одно отличие, которое отличает его от всех подальших следующих знаний, вавилонского, греческого э, и эдомского знания. Как вы думаете, что это? Это как раз Тора. В Египте не было Торы, еще не произошло дарование Торы. Да, была передача. Передача от Якова главам сыновьям, главам колен, сохранение Торы левитами. Но самой Торы не было так глобально, как это произошло после дарования Торы когда она спустилась в этот мир вот во всей своей полноте. И посмотрите, что происходит дальше. Что бы ни происходило, всегда человек, Еврейский народ и народы мира, которые верят в Единого Всевышнего, они выходят с победой из любой ситуации. Почему? Потому что уже есть Тора. Уже невозможно отойти. Тора ⁇ это как концентрат как раз воли Всевышнего в этом мире. А действие ⁇ это мы с вами. Для этого мы пришли в этот мир. У меня все, что я хотел сказать на эту главу. Спасибо, что слушаете. Будут вопросы. Пожалуйста, пишите, обращайтесь и, пожалуйста, делитесь моим уроком. Буду очень благодарен. Всем пока!